Здесь сточные воды очищают двумя способами – механическим и биологическим. Первый позволяет избавиться от крупного мусора, второй – дезинфицирует, причем с помощью микроорганизмов, которые естественным образом фильтруют воду. Для деятельности этих микроорганизмов необходим кислород. Именно поэтому и приобрели две мощные турбовоздуходувки. Оборудование привезли из Южной Кореи. Общая стоимость – порядка 12,5 миллионов рублей. С помощью нового оборудования снизился расход электроэнергии и повысилось качество очистки сточных вод. При повышении эффективности, снижении затрат, снизилась нагрузка на родной Черемшан, увеличилась очистка сточных вод. Это очень здорово. Кроме того, произведена реконструкция всех аэраторов. Теперь на очистке стоят фильтры местного производства. Их разработал димитровградец Иван Панин. Для города вот это незаметное событие, оно является ярким примером развития новых технологий, внедрения новых направлений. Я очень доволен, что наша научная работа внедрена конкретно в производство. Еще один положительный момент – улучшились условия труда персонала городских очистных сооружений, так как новые воздуходувки работают практически бесшумно. Но все-таки самое главное – это то, что с запуском нового оборудования наш Черемшан станет чище. Евгения Креминская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.